27 січня у Ризі відбудеться перший півфінальний бій всесвітньої серії боксу. У ньому зійдуться чемпіони світу за версією WBO – українець Олександр Усік і за версією WBC – латвієць Майріс Брієдіс. Перед відльотом до Латвії Усік поспілкувався з журналістами у київському Кличко Експо. Слишком много внимания мне уделяется. Я не считаю, что ну там сильнее всех себя и все. Конечно, это опасный парень. Он весит 91 килограмм. Кого я считаю фаворитом в другом полуфинале? Не знаю. По моему мнению, что это Гаси, потому что Дортикас слишком много почему-то начал разговаривать. Может, чуть-чуть подгорает и таким образом хочет компенсировать. Они имеют право критиковать меня. Почему бы нет? Да, я много бью, очень много. То, что я знаю, что большое количество людей, моих близких, знакомых, едет в Ригу. Я знаю, что большое количество моих родственников, друзей, близких, там, которые живут в Симферополе, да, они едут в Ригу поддержать. Из Киева много, из Кировограда, да, изо всей Украины очень много людей едет в Ригу. Василий Ломаченко, да, он должен поехать, да, отец. Да, из известных посмотрим, там, в интернете там много слухов идет, кто там собирается ехать. Тони Беллю, например, говорит, что вот я вообще готов ехать, я хочу поехать на этот поединок. Я поехал с семьей к друзьям, мы побыли там, потом вернулись обратно с Катенькой, с детками домой. Посидели, покушали правильный тортик, который Александр где-то здесь ходит, Фока, сделал. Без сахара, без всяких неполезных вещей. Да, попил чая, детей уложили, посмотрели какие-то новогодние представления, они особо они мне понравились. Что телевизор особо ну, не смотрю. И все, лег спать. У меня осталась эта цель, потому что ну, я говорил о том, что дай бог, чтобы у меня получилось собрать все пояса, и тогда я буду рассматривать, естественно, варианты ухода, потому что ну, будет достигнута какая-то цель, которую я себе ставлю. Мне сразу пришел Энтони Джошуа, достаточно техничный боксер, очень подготовленный, собранный, и для тяжа достаточно подвижный и ну, с таким большим арсеналом. Уайлдер, ну нет, о нем нельзя такого сказать. Я должен встать утром и посмотреть, так, у меня здесь это, Вплоть до того, что у меня подготовлены даже вещи под каждую тренировку, что я буду одевать. С Джеймсом чуть-чуть было по-другому. Когда я приходил на спарринги, ну там, у меня, допустим, должно было там вчера, у меня было там 10 раундов, да, там, позавчера у меня там было 8. Ну, то есть, я знаю, сколько у меня раундов должно быть. Я ему говорю, Джеймс, сколько раундов? Он говорит, может 10, может 8. И в какой-то момент просто я понял, что, ну, я не могу с ним работать, ну, вот не мое. Хотя у меня очень большое уважение к нему. Езжу к ребятам, которых я поддерживаю. Общаюсь с ними, потому что я, ну, по контракту служил в пограничной службе, некоторых я знаю лично и общаюсь с ними. Поддерживаю, знаете как? Морально. Я с ними общаюсь не о том, не о пулях, там, не о оружии, да, я с ними общаюсь о духовном. Так же само я и общался вчера с блаженнейшим о духовном. О спасении души своей грешной. Я представляю Украину во всем мире. Флаг поднимается украинский, гимн играет украинский. Вот мой ответ вам, провокаторы. Все покажете или вырежете, как всегда. Роман Сагай, Андрій Вусатий, телеканал «Київ».